Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня уже второй вар с ником Эпический. Он же, кстати, Дернов 2 был раньше. Ну и еще, если он всех обижает, его называли Дерьмов. Тем не менее, это все один и тот же персонаж. Если бы, как бы вот мне вам не соврать, где-то в середине лета 13-го года я пришел в игру. Чё там, значит, я делаю? Ладно, он зашел в эту игру, установил ее и узнал, что в то время, ну, из варваров держали, так сказать, как вам сказать, держали хинт, да? Вот четыре варвара с никами, значит, Дернов 2, Осман, Затура и Пакакуль. Но с течением времени все они попередохли. Дернов 2 вот только выжил, пока куль был, тоже сдох. Дернов 2 остался и превратился в эпического. Я, когда начинал играть, они уже были 41 уровня. И я просто, я как фанат Битлз молился на них. И пытался сделать так, как они. Смотрел на их шмот. И, в общем, пытался их пародировать, как это назвать? Пародировать, повторять, чтобы быть таким же мощным варом, как они. Шли годы. Вот теперь, где я и где они. Что теперь будем мы делать? В общем, первый вар с ником Волк, он говорит, у меня... Ну, руки из задницы растут, грубо говоря, не могу пройти. И этот же наоборот. Может быть, у него руки растут из нужного места, но у него не хватает терпения бегать с миражом и танцевать в вальсе. Поэтому мы ему поможем. Первый раз сейчас вместе с вами смотрю этого персонажа. Вообще не представляю, что у него там вкачано, перекачано. Начнем, например, с этого, с титула. Что у него стоит в титуле? Эффект применения 10% увеличения физического урона, 5% увеличения максимальной жизни. Страж души. В смысле, что это такое? Это в смысле... А, это улучшенный... Один из десяти, что ли? Единственным человеком в конце события город осажденный зомби. Да, что-то странно, раньше вроде другой был. Раньше... Не помню, вроде бы как... По-другому назывался. Ладно, неважно, хуйня это все. У этого показатели получше, чем у Волка. Поэтому нам будет немножечко полегче. Что у него есть? У него есть куча разных костюмов, наверное, за учеников. Хрен с ним. У него есть пуха, кстати, на крит урон заточенная. У него есть бижа на оборону. И тут, значит, крит удар и хп. И тут у нас будет просто хп. С надписями, как делюжечки обстоят. Здесь нету игнора всего, что есть минус. Далее, деталюшечки. Что у нас тут есть? Шанс блока 454, тоже как Волк, блядь, вкачал что-то. ХП, шанса нет, сейчас будет все мимо блока лететь. Далее. Где она тут? А, вот, КФ. КФ физы 200... Что? КФ физы 275, что, издеваешься надо мной? Это что за КФ такой, блядь? Нам как раз предел нужно бить... Этим землетрясением, который физурон, а у тебя КФов вообще нет на физу. Это как вообще понимать? Не понял я. Я что-то вообще ни хрена не понял. Ну-ка. Топор. Ебать! КФ урон огня, КФ урона грозы. Товарищ, блядь, типический Ернов. Я это уже все проходил. КФ грозы. Понятно. Ясно. Все вточил. В скилл 5 ударов. Но одним скиллом 5 ударов ты не вывезешь. Я это уже пробовал. Ой, блядь. Ну, что я могу сказать? Все пиздец. Приплыли. Миража-то мы возьмем, а вот все остальное. Увы. Умение. Что с умениями? Так, раскол на 10. Великан на 10. Редкий есть. Включайся. Далее. Редкий тоже есть. Этот есть. Пассивки 10, 3, 10, 10. Страдания вообще на 0, и это все на 0. Надо перекраивать. Давайте перекраивать. Использовать баночку вонючую.
Нихера у него банок ебанутся, тапочки так гнутся мои. Начинаем распределять заново. Сюда. Раскол. Раскол, чтобы дамаг наш был выше. После него, после его применения. Цикл нужен, чтобы во время в некоторые моменты нам быть бессмертными. Это нам нужно. Где мой королевский скилл любимый, который на эту кнопочку всегда у меня стоит по привычке. Далее, редкий у меня вот здесь стоит. Королевский здесь стоит. Далее, великан для дамага. Сделаем. Так. Сюда его поставим. Всучимся в саппорт и не будем во второй ветке. В этой ветке, сейчас подождите. Здесь вточу сначала. Поболе. Хотя можно было и не 10 очков вкладывать, ладно. Вот сюда мы вложим только 3. И вточим вот эту пассивку. Она нам нужна для регена. Вот она, родная. Есть. Далее вкинемся в саппорты до конца. Вот так. И вточим ХП. Да, надо было с урона убрать в ХП. Ну ладно, неважно. Вточим все остальное в ХП. Все. Прекрасно. Далее карту жрем. Карта есть, карта есть. Часовую. Давайте часовую сразу съедим. Часовую. Часового сожрали, значит. Потом игрушечку. Пердушечку. Ну давай, жрись. Есть. Далее. Едьба. Давайте минут на 20 все этого дерьмеца мы слопаем. Так, зачаровывать свитки есть что-то. А, у него пуха накрыт. Ладно, ничего зачаровывать мы не будем. Башня предела, погнали, все. Так, вот и Мирашка подошел. Наверное, надо теперь что-то эпическое включить, да? В сопровождении. У нас сейчас будет просто эпик битва или эпик фейл. Не, смотря к чему приведет. Это сеча. Так, миража больше нет, и смело ставим титул «Мираж». Где он есть? Вот он. Тут все побольше. Да что ж ты за подлюка-то такая? Быстрее ставим. Нет, ни хрена. Он сейчас поубивает. Получил звездюлей и откинулся на нары. Видите, он прилег на бочок. Переходим к следующему. Барабанная дробь, физический и магический ур. Уркаган, что ли? Кто такой? Урок? Кто? Давайте поставим, значит, победителя миража. Отлично. Наши показатели возросли. Давайте даже его вляпаем, чтобы его было видно. Показывать имя. Погнали дальше. Ножички свои расщеперил, видите, да? Так, как сучка. Готов уже отдаться, но нет. Мы предпочитаем зеленых.
Так, еще чуть-чуть, и наш кошмар закошмарится. Еще чуть-чуть. Еще не... Блин, кто-то включил какую-то плиту ебучую. Сказал, не включай, будет шипеть. Окей. Включила, шипит. Ёбаный в рот. Далее идет снеговичок, безобидный с виду. Но на деле очень, пиздато замораживающий. Эх, куда ж ты физу задел, эпический ты Дернов. Но снеговичок скоро тоже не сможет уже с нами сдюжить, отвалится. Очком, видите, очко у него красное, он загорелось внизу. Сейчас он начнет сверкать. Как пидота какая-то, смотрите. Вон она, опа, кверху, видите? Так, опять, значит, оленина. Сейчас мы ее зажарим. И Санта-Клаус от этого взбесится, конечно же. И мы попробуем его загандонить. Интересно, этот хоть выдержит натиск Санта-Клауса или нет? А знаете, эпический Дернов все-таки и выстоял против него. Он все же будет посильнее, чем волк в плане характеристик. Поэтому набьем ему сейчас жопу, и он сдохнет. Я про Санта-Клауса. Смотрите, аж спинку выгнул. Многострой накончил, видать. Так, теперь мира... Ой. А, предел. С пределом все плохо, так как с показателями эпического на рожон не попрешь. Единственное, это можно... его как-то забагать, но это тяжко. Либо, сука, побежал. Пидорас, ну что такое? Либо землетрясением. Но землетрясение его не пробьет только из-за того, что у Дернова не вкачана физа в НЛО. И это будет очень-очень хреново. Поэтому у нас не остается никакого выбора. Борь, мы сейчас билд поменять не сможем, потому что этот падла бегает теперь за нами уже все. Остается только попереть на рожон и посмотреть просто, как долго Дернов сможет продержаться. Ну, я думаю, недолго. Посмотрим, сколько он просто успеет отнять у товарища арт-деко. Видите, как он слишком много отнимает за раз. Бесполезно. У Дернова уже все. Он уже на ладан дышит. Ладно, последний заход самоубийственный, и пока. Вот, сука, он бьет вокруг себя. Это как так? Ну раз так возможно, такую же нельзя так поступать. Прощай, Дернов, не быть тебе пределом. Опять жопа меня ударит, сука. Эх, ой, чуть-чуть мне там пополняется моя жизня какая-то. Ладно. Я думал, мы один круг выстоим, а мы уже два раза после этого сдюжили. Ну ладно, на прощание, так сказать, давай еще ему жопу надерем чуть-чуть. Все. Все, Дернов. Да, Дернов, когда ж ты умрешь-то наконец? А, все. О, все. Так что без физы и землетрясения пройти предел можно только тогда, когда ты будешь... очень жирный и очень дамажный. Ну, либо забагать. А багать это... Он бывает сразу забагается, встанет. А бывает, можно бегать и полчаса, и ничего не произойдет. Но, тем не менее, миссию 2 мы опять выполнили. Человек просил миража, человек получил миража. Так, на очереди у меня есть еще там один вар и меч. С мечом будет интересно в том плане, что я вообще им не умею особо играть. И как себя вести против миража, я тоже не представляю. Будем пробовать. А пока что, всем пока что.